Ира? Странно. Как ты меня узнал? Я ведь пыль, дым. А что ты здесь делаешь? Солнце тебе заслоняю. Ну, проходи, проходи. А что это такое? Моя комната, как видишь. А почему она такая кривая? Потому что так строили. Да? А здесь что написано? Лицемерие – это средство внешним злом изменить мир к лучшему. А на каком языке? На японском 4 раза. Раз, два, три, 4. Правильно. А кто это? Это Дюк Эллингтон. А кто он? Великий джазовый музыкант. А на иконе кто? Василий. Какой Василий? Василий Блаженный, не Кока же Петухов, правильно? Не Кока? Нет. А это что за человечек такой? Панурк. Рабле читала? Нет, не читала. А это кто? Панурк. А это? Панурк. Ниже тапочки. Тапочки? А можно я их надену? Разрешишь? Не порвешь? Маловаты, думаю, будут. Так. Это я не знаю. А это я знаю. У клубочки Диоген. Правильно. Умница. Так. А это что за человечек? Это чайнский патриарх. Имя его все равно тебе ничего не скажет. Он японец? Нет, китаец. Китаец. А вот это что такое? А это бутафорская лампочка. А зачем? А чтобы задавали вопросы. А зачем они тут все висят? Они еще и стоят. Ну и стоят, да. А это и есть мои учителя. Учителя? А чему они могут научить? Они ж ненормальные какие-то. Я думаю, что они были нормальнее нас с тобой вместе взятых несколько раз. Просто в один прекрасный момент они поняли, что величайшее из человеческих зол есть лицемерие. И иногда сами становились лицемерами, чтобы бороться с ним его же оружием, дабы защитить свою искренность. Да. А это что за молодой человек? А это я. Ты? Да, в начале 20 века. Понимаешь, главное в моей системе оставаться органичным во всем. А, это значит врать так, чтобы никто не заметил? Боже мой, ну почему же? Нет. Посмотри на этих людей. Они все разные. Эллингтон, например, это свободная импровизация. Что может быть лучше? Панурк он, групп, но его шутки на некоторых действуют просто безотказно. Например, на таких, как наш Кока. Оружие Диогена – логика. Василий Блаженный хорош против внутренних лицемеров. Таких, которые даже наедине с собой порой пытаются притвориться добрыми, честными, справедливыми, замечательными. У этого чайнского патриарха, коричневого китайца на зеркале, я взял сам дух Шутэ. Поступок как загадку, которую, когда решишь... Ты что, не умеешь целоваться? Да? Ну ты не волнуйся, теперь я тебя буду учить. Иди ко мне. Да ты что? Ты что делаешь-то? Как что? Я тебе нравлюсь. Ты мне тоже симпатичен. Так зачем же лицемерить? Да ты что? Ты что делаешь-то? Ну что же ты? Иди ко мне. Иди.
Неужели испугался? Нет. Тогда почему не идешь? Просто я так не могу. Да и не хочу. Так. Ну, как хочешь. Я тогда пошла? Угу. Да. Вот так хорошо. Ну ладно, я пошла. Подожди, я тебя провожу. Проводи, но только не забудь снять колпак. Да ладно, с колпаком.